Хилиазм, подзаголовок. Учение о наступлении на Земле чувственного тысячелетнего Царства Христова, известное под названием хилиазма, не только составляло принадлежность еретических систем евионитов, монтанистов, но было принимаемо даже некоторыми отцами и учителями Церкви. Начало хилиазма восходит ко временам дохристианским. Большинство иудеев, как известно, видело в обетованном Мессии не искупителя от греха, проклятия и смерти, а земного царя, который устроит свое царство на земле и предоставит славу и власть иудейскому народу. Иудеи, принявшие христианство, внесли такие воззрения и в церковь, тем легче, что христиане, по слову Спасителя, ожидали его славного второго пришествия. Тяжелая участь христиан во время всевозможных преследований и страданий еще более укрепляла некоторых из них в той мысли, что необходимо должно наступить на земле славное тысячелетнее царство. Страница 70. В этом чувственном смысле христиане, разделявшие хилиастические воззрения, объясняли ветхозаветные и новозаветные пророчества, особенно Апокалипсис, в котором, между прочим, говорится, глава 20, стихи со 2 по 6, что сатана будет связан на 1000 лет, что мученики за Христа оживут и будут царствовать с ним 1000 лет. Хилиазм особенно был распространен во II веке в церквах малоазийских и фригийских. Папий Иеропольский, Иустин Философ, Тертулиан, Ириней и другие разделяли ошибочные хилиастические воззрения. Впрочем, Ириней представлял тысячелетнее царство Мессии как переходную ступень для благочестивых к Царству Небесному. В III веке в Египте также сильно распространился хилиазм. Здесь, под предводительством епископа Непота, целая арсеноидская область держалась хилиазма и отделилась даже от Александрийской церкви. Хилиазм, как заблуждение у еретиков и как ошибочное мнение у православных, встретил при своем появлении опровержение со стороны церкви. Опровергая монтанистов, евионитов и гностика Керинфа, церковь вместе с тем опровергала и хилиастические воззрения, входившие в учение этих еретиков. То обстоятельство, что хилиазм был составной частью учения еретиков, особенно содействовало его уничтожению между православными. Ревностным обличителем хилиазма был, между прочим, римский пресвитер Каий. Умер около 217 года, вступавший в диспут с главой римских монтанистов Проклом и написавший сочинение об этом диспуте. Обличителем египетских хилиастов является известный Дионисий, епископ Александрийский, который, следуя аллегорическому и таинственному объяснению Святого Писания Александрийской школы, по своим убеждениям был ревностным противником буквального и чувственного понимания пророческих сказаний. Не под епископ Арсеноидским, не сочувствуя направлению Александрийской школы, написал в опровержении его сочинения под названием «Обличение аллегористов», в котором тысячелетнее царство Христово, изображенное в Апокалипсисе, принимал за царство земное с земными удовольствиями. Дионисий Александрийский в опровержении Непота не только написал сочинение об обетованиях, даже лично вел диспут с хилиастами и на соборе 255 года успел убедить многих из арсеноидских христиан отказаться от хилиазма. Затем, когда в начале IV века христиане освободились от гонений и для церкви наступили более или менее спокойные времена, мечтания хилиастов о тысячелетнем на земле Царстве Христовом уничтожились сами собою, по словам Смирнова.